Конечно. Бэтрайдер идет за Тайдом. Тайд, Энчер Смэш. По-моему, Тайд зря это делает. Нет, Бэтрайдер на этот раз не стал за ним идти. Хотя Тайд-то уже пятый, и Бэтрайдер всего лишь четвертый. Получает еще один Энчер Смэш. Не начинает гореть. Захиливается флаской. Так, ваши комменты. Забрали. Сейчас Виспад. Очень битый хаос. Да, сори, у нас начало игры такое получается. Я пропускаю некоторые моменты. Но М5 вроде все хорошо. То есть забрал Тайдхантер ФБ. Мало того, что по золоту выиграл, так еще и опыта снял. Сейчас он будет шестой. А Бэтрайдер только получает сейчас пятый. Используй стики. Тайду нужно использовать стик обязательно. Ну куда копить? Ну все правильно. Да, тут же получает кучу маны. Ну и шестой, соответственно. Напишите по поводу качества, лучше стало или нет. Но теперь я даже вижу, что при скроллинге не лагает. Были небольшие подлаги. Ласт накачивает. Ой-ой-ой-ой-ой, Джакира получает много урона. Захиливает с флаской. Морф также уходит. Кастайм волны, напомню, что увеличен. И это не очень приятная новость. Ну и давайте крипстат посмотрим. 25 у нас Тайдхантер, 21 у Бэтрайдера. Эти ребята чувствуют себя очень хорошо. 20 у Пак, 18 у Клинкса. Тоже более-менее ситуация. 19 у Морфлинга. 14 у Хаоса. Ну и у всех остальных на трипле очень маленький крипстат. Хотя котел тут продолжает надувать. Неплохо зацепляет, зацепил Дреда сейчас. После стоп-старта только хуже стало. Серьезно, что ли? Сейчас посмотрим. Radiant's middle tower is under attack. Угу, понятно, ну хорошо, да, пока что мы достримим, потом я еще немножко изменю настройки. Да, вижу, что стало чуть похуже, но естественно, кое-что я поменял. Ну, сори, у нас первая игра вот такая вот получается. Ладно, давайте ее досмотрим, уж как есть запишем и дальше будем смотреть нормально. В инвизе хаос, ой-ой-ой, морфу, сейчас может быть очень больно, получает морфинг стан на одну секунду, рифт и забирает хаос. Очень хорошо сыграли. Но здесь заходит с Реведжем Сидо. Реведж кастует. Отлично. Дабл килл забирает Джакира. Нет, Сидо забирает. Пардон. Казалось мне, что Джакира прям сдул двоих. Виспах Атла забрали. Хаос убежал. Нам нужна будет пауза на 10 минут. Да, это, видимо, связанное как раз-таки с жеребьевкой. Все понятно. И эту паузу мы, возможно, как раз-таки используем для того, чтобы подстроить стримчик. Вообще, я попрошу, наверное, кого-нибудь из доверенных лиц протестить. Потому что очень много разных мнений. У кого-то лагает, у кого-то не лагает. Непонятно. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Да. Говорит Дред, что нужно задрафтовать группы. Ну, я не думаю, что это очень долгий процесс, но тем не менее, жеребьевка должна пройти. Galaxy.
Galaxy Last обходит, ставит варды. Ну, вот так вот они очень агрессивно играют на трипле. Здесь же Корок. О, Корок прям без инвиза идет. Ничего не боится. Пошла волна. Мофлинг. Да, хорошо станет Джакира. Джакира живой, Дред. Живет. Пак, отличный ультимейт. Энчер Смэш минус Хаус. Забирают Корока. Да неужто они всех здесь заберут? Нексус там перекачался, ему ничего не страшно, у него слишком много хп. Ой, как хорошо получилось. Вовремя оказался Сталиайнер здесь. Ну и как-то очень аркадно влетели квантики. Вообще по такой игре кажется, что М5 должны брать этот матч. У них все гораздо лучше. Мы видим преимущество, достаточно солидное уже становится после этого врыва под вышку. Хаос не замахивается на стан. Хаос-то всего 4-го левела. Стан. Одну секундочку. Все, и Соло убежит от него. Очень слабый Хаос Найт. Нексус перекачивается на базе. Не сказать пока, что Морф прям выглядит каким-то ущербным. Но опять же, посмотрим, посмотрим. Тайтхантер делает меку. Уже почти скрафтил ее. Ну, талисман у Сталиайнера. Хочет он побольше маны иметь. 1300 хитов у Клинкса. Да, Клинкс, конечно, имеет много хп. Shift. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Кусочки от пака отлетают. Но все равно, несмотря на это, пак достаточно уверенно стоит против Клинкса. Бэтрайдер с транквилами 1800. Подходит сейчас к Galaxy. 10 минут прошло, 6-2. Джакира, раскачанный через Ice Pass. Ну и Седой бегает, у него опять есть Ревыш, Аркан. Вообще, у Тайтхантера вот такой мне очень нравится, который пофармил быстро, получил 6-й, пришел, кого-то убил, сейчас еще инвиз находит, замечательно. Ну вот оставит паку, а я бы брал. О, хорош. Минус Корок. До свидания, Корок, ты был такой классный. Да, огромные проблемы у квантиков, нету никакой разведки, этим пользуются. Moscow Fire, посмотрите, что делает Тайтхантер, он заходит уже в спину к виспу, здесь флаф на виспе. И котел, ну все, котел сейчас увидит Тайтхантера и умрет. О, не видит он Тайтхантера, и Тайтхантер его тоже не видит. Все, Тайт убегает. Нексус. Получает волной на 225. Это все мелочи. Radiant's middle tower is under attack. Уже 9-го левела Тайт. Его прикрывает здесь шаман, у которого скоро будет 6-й. Ну, пока что 6-го нет, соло не очень приятно. Вот сейчас пак не видит Клинкса. Но они как бы вместе, рядышком находятся, но оба в инвизе. Пейнт уже с даггером. Пейнт может очень неплохо сейчас запрыгнуть, кого-то вытащить. Но если он запрыгнет на морфа... Джакира! Джакира дает ТП! Джакира дает ТП вниз, и Бэтрайдер сейчас запрыгнет на морфа. Убьет его, наверное. Нет, не стал он этого делать. Здесь заходит Хаос. Ой-ой-ой, Седой не нашел Хаоса! Ну, вплотную практически не заметил. Фортификейшн. Хаос просто дает ТП и уходит с этой линии. Решают не драться, возможно, правильно. Слишком много всякого жесткого АУЕ. Это и Ревич, это и Макропайр. Дримкоил. Сепмент Варде. Все есть. Ну и сейчас будут на морфа залетать. Морф играет очень осторожно, он все понимает, что нужно быть ему максимально аккуратным. Бэтрайдер хватает морфлинга, тянет его сюда, уже дает ТП. Пак, хорошо, привязывает Дримколом. Тайтхантер уже здесь, Тайтхантер! Не успевает. Клинкс убивает шамана в этот момент снизу. Чуть-чуть. Может быть, сначала стоило Тайтхантеру лететь, хотя тяжело сказать. Ну и вот паузит. Moscow 5. Так, я читаю ваш фидбек.
Если у кого-то не лагает, значит у тебя все в порядке. Рестартни дистрим, все ок. Качество хуже, не лагает и не лагало. Так, ну что, это та самая пауза? Нет, это не та самая пауза пока что. Пока что смотрим. Так, а мне нужно кого-нибудь выцепить. А, первый раз были спайки? Или у кого-то и первый раз было все просто отлично? У меня потому что я запустил, сам увидел какие-то неприятные рывки. Но я сделаю что-то между тем, что есть сейчас, и между тем, что было. Придется нам похимичить. После ФПС просел. Нет, после ФПС просесть не мог. Ну, потому что после я только сменил настройки, сменил нагрузку. Пейн, смотрите, сидит в лесу. Ища ХП у него. Но я так понимаю, сейчас пуш будет верхней стороны. Пейн, чтобы как-то захилиться. Пошли на Джакира. Джакира получает стан. Риф на 3 секунды! Минус Джакира. На хосте. Пак, пак убивает Веспа. Ого. Ой, здесь очень мощно. Котел отпушил. Ну и пак, пак опять возвращается. Теперь он возвращается уже на хаоса. Но с хаосом тяжело будет сражаться. Хотя вот сейчас пак может уворачиваться от стана хаоса очень-очень легко. В отличие от предыдущих версий. Фармит корок. Смотрим крипстаты. У Бутрайдера и у Клинкса самые большие крипстаты. Но у Тайтхантера 5-1. Да, Тайт, конечно, здесь очень-очень неплохо себя чувствует. Не такое большое преимущество Moscow 5. Но, знаете, по игре такое ощущение, что у них реально большое преимущество. Вот как-то все у них выглядит очень хорошо. Практически нету каких-то моментов, где они там... Джакир увидел инвиз, оставит его Паку. Руны контролируют, дерутся пограмотнее. Я думаю, что здесь вопрос времени. Но если все будет так же продолжаться, если никаким образом квантики не переломят игру. Ну, сейчас Тайды найдут. Нет, он стоит пока что. Рубит крипов в лесу. Его сейчас должны были крипы увидеть Бэтрайдера. Да, так и есть. Стелянер. Ой, как хорошо. Пошел Сайл. Здесь уже подходит Тайтхантер. Минус котел. Ревидж. Минус Гэлакси. Великолепная игра. Ну, посмотрите, как все четко делают. Вот очень важный момент с этим контролем руна. Они практически не дают ничего сделать оппонентам. Все руны забирает пак, и который раз уже инвиз оказывается фатальным. Здесь курьер летит. Ну, Тайт его вряд ли сможет что-то с ним сделать. Клинкс уходит на мид. Клинкс будет собирать орчит, но орчит будет достаточно поздно. Слишком тяжело складывается игра. Да, а с паком без орчита тяжело. Очень тяжело. Ну, знаете ли, такой... Бэтрайдер хватает пака. Здесь же Висп. Пак живет. Дает сало. Минус пак.
ощутили мы силу Бэтрайдера на себе. Да, такой вот это герой. На самом деле Бэтрайдер очень сильный, и даже в лейте, вот за счет своего одного ульта крайне неприятно с ним драться. Кого угодно может схватить и уже не отпустить. Нету реведжа у Тайда. Есть меха, дает он гаш. Пах выкупается, неплохо. Банка пошла, ульт шаду шамана. Гэлакси, Гэлакси жив. Эзершок. Котел, накачку, соло очень битый. В кого стан я не увидел. Гэлакси бьется, получает стан. Минус Гэлакси, макропайра от Дреда. Дред Дредта с ДД, цепляют еще и ласта. Минус ласт. Да, вот, вот так вот Moscow 5 все сделали просто отлично. Такое ощущение, что скиллов не хватает просто-напросто квантиком. Ну это... Я даже не знаю, чем это вызвано. Все, огонь, и висп есть, и хаос с рифтом, со станчиком. Ну, такое ощущение, что стан влетел в Тайда, и его тут же сработала пассивка. Его отпустило просто-напросто. Ну, в общем, очень-очень странный хаос. Ну и Дред. Дред уже не простил своим станчиком. Да, действительно, серьезно переработан был айспас, и теперь это... Это своеобразный шейкер получается, только даже более эффективный. В какой-то степени. Ну вот очень он стал похож на шейкера. С вот этим вот станом. Только рейндж, и есть еще... Ну, в общем, не нужен ему даггер. У него и так все кастуются очень далеко. Посмотрите на эти радиусы. Ну, первый скилл только с маленьким радиусом. Все остальное с очень большим радиусом идет. Бэтрайдер с дагерком. Здесь Нексусом тяжело будет Линксу. Обрывает почему-то котел. Ну, раньше времени реально обрывает. Возможно, боялся, что его зацепит Джакира. Да, мы видим, что стан кастуется очень-очень далеко. Корок сидит в кустах. Интересно, что собирает Тайд. Блэйдмейл. Фортификейшн залетает со спины Пак. У Пака еще нету даггера. Пак сейчас будет цеплять ласта. Нет, Пак не цепляет ласта. Монолик. Уходит Пак сзади, влетел в этот момент Клинкс и умер. Еще одна волна, но уже не хватает одного котла, чтобы справляться со всем. Так, еще одна пауза. Да, вот та самая пауза. Ну что ж, я еще разок поменяю настройки. Да, и вам придется опять, ну, возможно, обновить страницу, потому что подлагивать будет, если вы просто будете, ну, перезапуститься стрим. Из-за чего пауза? Нужно на StarLadder провести жеребьевку. Давай как в самом начале. Так, хорошо. Сейчас еще у нас один небольшой рестарт. Через минуту вернусь.